С нами представили команды МФЛ Курск, Руслан Сафаров. Руслан, расскажи, как тебе итоги жеребьевки, как удалось тебе вытащить последним, выбрать себе группу из четырех команд? Бирюк, привет тебе. Вот, как удалось? Стабильность признак класса, как говорится. У нас была жеребьевка в Курске, когда был Кубок России. И меня попросили сделать жеребьевку, вытаскивать шарики. Но я вытащил Бар, Спортер, Александра Панова и четвертую команду Титаник. И также в этот раз у нас группа, как сказал тренер сборной России Дмитрий, что у нас группа смерти. Все команды хорошие. Ну, повезет сильнейшим. Готовы ли при выходе из группы побриться на лысо, как на чемпионате России в Сочи 2 или 3 года назад? Три года назад это было, да. Но что... Если группа смерти, то есть надо же что-то, какую-то мотивацию иметь. Мотивацию сделать, да. Мотивация хорошая. Я не знаю, сколько команд из группы выходит. Не знаю. Вот. На Лизу, когда смотрю, я не знаю, сколько команд из группы выходит. Но хочу сказать одно. Ребята сказали, если мы дойдем до полуфинала, ну, все будет нормально. Вы увидите. Давайте, у нас будет пари. Если вы выходите из группы, то... Не из группы. Если мы выходим в полуфинал, то увидите команду Курск. Нет, нам надо озвучить это в эфире. То что делает команда Курск? Все бреются на лысо. Отлично. Спасибо большое, Руслан Сафаров. Это было прекрасное интервью. Пожалуйста. Спасибо. Все.